Как хорошо прийти домой, расслабиться, налить чашечку чая и включить любимую передачу. И просто отдохнуть, ведь теперь это можно сделать действительно в высоком качестве. С 15 апреля 2019 года телевидение в Подмосковье полностью перейдет на цифровой формат. Что это значит, спросите вы? Давайте разберемся по порядку. Переход с аналогового вещания на цифровое эфирное ТВ в России предусмотрено для того, чтобы повысить возможность выбора каналов, а также улучшить их качество. Для жителей Щелково никаких неудобств в связи с предстоящими изменениями не возникнет. Для абонентов сети в городе Щелково ничего не меняется. Как мы транслировали 42 аналоговых канала и 58 цифровых, все так и остается. Есть некоторые жилые дома, сейчас вот поселок РТС, где абоненты не подключены к нашей сети, и там стоят антенны коллективного приема телевидения. Значит, там они будут принимать сигнал, цифровой сигнал, эфирный, 20 обязательных общедоступных каналов и 10 каналов тестовых вещаний. Тем, у кого дома стоят современные телевизоры, ничего делать не нужно, так как их устройства подобные цифровые сигналы принимают априори. Обладателям более раритетных моделей придется докупить специальную дополнительную приставку, цена которой не более 700 рублей. Стоит также отметить, что в таких поселениях, как Монино, Загорянский, Биокомбинат, Свердловка, будут дооборудованы головные станции, чтобы они так же, как и в Щелково, могли принимать цифровой сигнал. Оборудование уже закуплено, его успели установить в Краснознаменском и до конца января 2019 установят в остальных местах. Жители будут предварительно оповещены об этом, а значит, у них останется время, чтобы перенастроить свои телевизоры и при необходимости обзавестись приставками. Подготавливаем новое оборудование, которое позволяет принимать эфирные цифровые каналы, конвертировать их в специальный кабельный формат, для того, чтобы много абонентов могло без потерь в качестве, без потери в картинке, в звуке, принимать, смотреть 20 обязательных каналов федеральных. И плюс у нас есть небольшой приятный сюрприз, бонус. Еще 10 каналов подготовлены в тестовом вещании, которые сейчас, некоторые каналы идут, некоторые пока еще не запустились, но надеемся, что на федеральном уровне эти каналы тоже будут со временем полностью заполнены. В случае, если у вас возникнут какие-то дополнительные вопросы, можно обратиться по телефону 8-496-56-701-39, и вам все расскажет диспетчер ТРК Щелково. Также после новогодних праздников всю необходимую информацию вы сможете найти на нашем официальном сайте. Мария Буржинская, Александр Оржевский, телерадиокомпания Щелково.